Выпускники 9-11 классов получили сегодня аттестаты об основном и среднем полном образовании. В условиях пандемии коронавирусной инфекции торжественный день прошел в скромной обстановке с соблюдением всех мер безопасности. К столику в школьном дворе, на котором расположились книжки с оценками, выпускники подходят по одному. Директор и классный руководитель в масках и перчатках передают аттестаты и поздравляют с окончанием 9 класса. Традиционных торжеств в этом году не будет. Коронавирус и здесь внес свою лепту. Конечно, очень жаль, что не получился настоящий праздник. Но школа и родители постарались для детей создать праздничное настроение. И, конечно, мы очень переживаем за наших ребят. Как сложится их дальнейшая судьба. Мы им всем желаем удачи, здоровья, чтобы они нашли свой жизненный путь и, конечно, не забывали свою школу. Бывшие девятиклассники с начала учебного года представляли, как здорово и зажигательно они отметят преодоление этой первой серьезной ступеньки в жизни. Поэтому в глазах их читается грусть. Но вместе с этим они стараются сильно не расстраиваться. Грустно, потому что очень долго этого ждала, и не один год, а сейчас в один момент это все вот так вот оборвалось. Ничего не получилось. Класс у нас дружный, мы будем дальше общаться и когда-нибудь все-таки соберемся и отпразднуем. В этом году 9 классы освобождены от сдачи ОГЭ. Оценки в аттестаты выставляли на основании годовых оценок. Входная группа школы номер 4 украшена воздушными шариками и цветами. На школьном дворе звучит музыка, но двор непривычно пуст. При вручении соблюдаются все санитарные нормы. Каждый ученик, выпускник и, соответственно, взрослые в масках, с перчатками и с хорошим настроением. Без пышного выпускного, но с итоговой аттестацией заканчивают ученики 11 классов. Правда, не все, а только те ребята, которые планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения. До сих пор у нас в июне сейчас в ежедневном режиме проходят консультации к ЕГЭ. Да, дети выходят также в Zoom и проводят консультации с преподавателями. Особенным стал выпуск 2020 года в школе номер 18. Во-первых, он первый в истории учебного заведения, а во-вторых, запомнится надолго. Все ждали праздника, сцены, красивых платьев, причесок. Вот. Но сегодня вот у нас соблюдены все меры, которые необходимы. Постоянно у нас проводят обработку после каждого ученика, который приходит за аттестатом, 1,5 метра соблюдено. Поэтому вот в таком формате мы пока работаем. Выпускники грустят, но к мерам безопасности относятся с пониманием. Торжество их будет отличаться от выпускных их предшественников. В кругу семьи из-за пандемии не хочется выходить из дома, чтобы не подорвать свое здоровье. Несмотря ни на что, наше настроение просто потрясающее. К сожалению, карантин немножко попортил все эти впечатления, но все равно настроение... Всего сегодня выпустилось почти 800 одиннадцатиклассников, из них 125 медалистов. Каждая из школ городского округа поздравляет сегодня своих ребят. И без пандемии этот праздник всегда навевал легкую печаль. Но ребята, несмотря ни на что, улыбаются. Впереди у них много открытий и радостных моментов. А школьные годы навсегда останутся в сердцах.